Край набирает популярность социальное такси. В этом году услугой воспользовались более 3000 граждан с ограниченными физическими возможностями. Сейчас в работе у службы социального такси 10 автомобилей. Все они приспособлены для транспортировки малоподвижных людей. Среди них есть как обычные легковые машины, так и специализированные с комфортным салоном, подъемником, переносным пандусом и ступенькоходом для спуска заказчика по лестничным маршам жилых домов. Отличительная особенность такого такси – сниженная стоимость при максимальном комфорте транспортировки пассажира. Размер оплаты составляет примерно 200 рублей за 2 часа проезда на автомобиле со спецоборудованием и 177 рублей при заказе легковой машины. Еще недавно воспользоваться услугой могли лишь инвалиды первой группы и второй группы по зрению, а также дети-инвалиды и сопровождающие их лица. Но по предложению губернатора края в порядок предоставления услуги были внесены изменения, и теперь инвалиды второй группы могут воспользоваться такси без ограничения заболевания. Также был отменен лимит поездок в месяц, что сделало социальное такси очень популярным.